Арарат всего лишь маленькая точка на карте мира, но ее знают все. Благодаря Ноеву ковчегу и голубю, и виноградной лозе, которая по преданию зародилась у подножья этой горы. Красный трамвай пустили при Союзе для удобства пешеходов, но со временем это стало преимуществом для автомобилистов. Вдоль скоростной линии нет светофоров, и потому от площади Победы до ресторана «Арарат» можно спокойно доехать за 8 минут. В большой клочок земли в районе Борщевовки были перенесены древние легенды и традиции героического народа. На новой родине, в ресторане «Арарат», они приняли вид скульптур, картин, барельефов. И теперь по ним можно запросто изучить историю горной страны, чей старинный герб золотым солнцем восходит над прекрасной Араратской долиной. Это рассказ о святых местах и бесконечной любви царицы Тамары к своему суженому, подвигах князя Давида и красоте библейского края. Но не ради колорита ходят сюда гости, заполняя деревянные домики, летнюю веранду и три зала заведения. Здесь вкусно, и это веский аргумент в пользу процветания ресторана. Собственно, кухня Арарата – дружеское сосуществование кулинарных традиций Армении, Грузии и Украины. Тоже можно сказать о поварах, каждый из которых представляет свои национальные блюда. Однако у посетителей наибольшим уважением пользуются кавказские хиты. И не мудрено, нежный хачапури прямо светится, изнывая от жара расплавленного сыра. А толма, аккуратные сверточки из виноградных листьев, будто приглашают к размеренному застолью с тостами и жизнелюбивым настроем. Но тогда без фирменного арарата не обойтись. Это блюдо для целой компании, объединенной желанием вкусно провести время. Вмиг на одном подносе перед гостями возникают приготовленные на решетке ребра, шашлыки из нескольких видов мяса, люля и душистый армянский плов. Тут впору позабыть обо всем, кроме еды, потому что мясо прямо истекает соком и растворяется на языке. Сидеть можно долго и солидно. Пол Киева знает Арарат прежде всего как ресторан, где повар-армянин жарит дивные шашлыки и телятину на сахарной косточке. И это тоже, между прочим, дань своей родине и ее кулинарным традициям. Ведь мастерство приготовления мяса в Армении передается из поколения в поколение. А рядом с мясом на мангале всегда найдется место для свежей форели из озера Сиван и неизменно сочным люля-кебабом. Щедрый стол с вином и зеленью, долмой и хинкали – это тоже Армения. Ее горные реки, виноградники и фруктовые долины не раз воспеты в народном эпосе. Не зря же гостям ресторана «Арарат» улыбается мудрый Саят Нува, композитор и философ. А герой Давид Сосунский охраняет покой заведения. Два банкетных зала, охотничий побольше и представительский поменьше, обычно выбирают компании. А поводов для праздников в жизни предостаточно. Нужно доверять своей интуиции и преломлять хлеб, как это делают армяне, только с самыми преданными друзьями.